сегодня будет отдельное видео о лавосе. Маленькое такое, как обычно я делаю. Но они почему-то, вот у меня это третье видео будет, а они третье негативное о лавосе. Такие вот, мне реально тут не нравится. Здесь очень дорого, очень-очень дорогое такси, очень дорогое жилье. Мы посмотрели домик по типу того, что мы сняли сейчас в Хуакине. Здесь стоит порядка 40 тысяч. Очень дорогое такси. Но рассчитано на то, что здесь в этот город приезжают люди на 2 дня, там 1-2 дня, и людям не жалко там эти деньги потратить. И поэтому цены здесь просто космические, там в 3 раза дороже, чем в Таиланде, в Бангкоке. Кушать очень дорого, прям, блин, тут в ресторан сходить там на 1000 рублей, это прям, ты не поел, считай. Но есть тут один огромный плюс, это климат. Он совсем не влажный, температура сейчас в нем порядка 25 градусов, свежо. Особенно Наташке, ей прям вот вообще вот очень нравится здесь климат, прям класс, говорит. В Таиланде бы такой. Но потому что вот моря нету, поэтому вот влажность не такая, я думаю. Мы сейчас находимся, кстати, в Вьентьяне, столице Лаоса. И вот что и поражает, что мы идем по центральной улице, и мы встретили только один светофор. Все реально тут. Я вообще не представляю, как люди ездят здесь. Движение-то вообще бешеное. Машин очень много. Как они справляются без светофоров? Вообще непонятно. В Лаосе, как я уже говорил, в автомобилях рулит с правильной стороны, то есть с левой. И преобладают автомобили Hyundai, на втором месте Kia, на третьем месте Toyota. Ну а дальше все подряд, там Lexus, Mercedes. То есть совсем не так, как в Таиланде. Просто вообще полная противоположность. Здесь даже BMW и Mercedes много. Да, и все машины поцарапаны, покоцаны. Вот. Kia, кстати, вот таких много. Hyundai вот таких много. Ой, Солярисы всякие. Ну, самые бюджетные, короче, Kia и Hyundai. Это. Тут они, похоже, все в Лаосе. А генеральный спонсор, как я уже говорил, Билайн. Он тут вообще везде. Просто на всех мопедах, велосипедах, лавочках, домах, рекламных щитах. Везде Билайн. Оператор, походу, у них тут номер один. Второй плюс Лаоса от Таиланда. Здесь есть мусорки. Именно по этой причине. Просто никакого мусора на асфальте, на полу. Просто, не знаю, в 1000 раз чище, чем в Таиланде. Причем даже в центре там, Бангкока намного грязнее, чем на отшибных улицах Лаоса.